Совещание проходило в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что безопасность моста, подъездных путей к нему и объектов инфраструктуры – важнейшая задача для региона. Полицейские и кинологи совместно с вневедомственной охраной дежурят на объектах круглосуточно. Хочу также отметить, что антитеррористическая комиссия Краснодарского края работает в тесной связи с коллегами из Крыма. Совместными усилиями мы обеспечиваем безопасность паромной переправы Крым-Кавказ, строящегося моста через Керченский пролив, а также объектов энергомоста Краснодарский край, Крымский полуостров. Также во время заседания Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала года в России пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек и задержано 189 преступников.